Всем здорово! Начинается новая часть Юзер Арбуза. Не помню, какая она по счету, да и похеру. В позапрошлом ролике я обещал вам ее выложить после разгрузочного монтажа, который вы просто охереть как круто оценили. Спасибо! Вы набрали практически за неделю больше 6000 лайков на один видос с таким количеством просмотров. Это реально кайфово. Так что еще раз вам большое спасибо. Думаю, на этот ролик соберется лайков не меньше. Снимал на Classic Life, IP в описании, группа в описании. Заходим, играем вместе со мной, а пока что смотрим ролик, ставим лайки, подписываемся на канал и пишем комментарии. Мы с вами начинаем. Так, окей. Я зашел только на сервак, у меня здесь сейчас присутствует VIP+, который я заменю на премиум. Вот. Это первое, что мне нужно будет сделать, чтобы профессию открыть нужно. Буду выращивать траву ее и быстренько продавать. Вот там менты какие-то. Я буду идти подальше куда-нибудь от них, хотя, знаете, секрет Гровера, да и любого нелегального бизнеса, делать все прямо на виду. Меньше внимания привлекается. Это только в фильмах, как бы это все пиздешь, вас всегда как бы рассекретят и зарейдят в 10 ментов одного. Им похрену, им главное, чтобы просто зарейдить, сломать что-нибудь, что у вас есть, и все. Дай выйти. Мне 13 рано сломался, я прокурил его. А вы это, близнецы, да? Да. Вы и дебилы, конечно, господи боже мой, два уродок. Вас в одном магазине одевают? Не, ну подумаешь, зато не нужно будет на вырост одежду брать, донашивать не придется. И особо не путаетесь, да, в гардеробе. Один гардероб на двоих, да? Братан, пройдем, я тебе голос исправлю. Не-не-не, мне исправлять не надо, мне и такое устраивает. Короче, я буду делать все прям на виду. Вот правда. Вот прям правда. Сюда максимум. Зачем? Не открою, нет, как бы отстаньте. Да мы ордер возьмем, открою вас. Да ты за щеку возьмешь, а не ордер. Ты отстань от меня. Зачем я тебя должен открывать? Это отказ от открытия. Ну, так Камчаса нету, что я должен соглашаться. Ну, у него. Я только в город приехал, я не успел ничего купить. Вы меня домой погнали вообще-то. Запрашивайте лицензию. Ваш голос невозможно не дополнить. Да, таких полицейских тоже невозможно забыть, знаете, пацаны, которые просто к тебе заходят в квартиру, вбивают без каких-то там вопросов. Ну да ладно, такие, знаете, издержки РП. Всегда кто-то что-то хочет от тебя там. Что-то хочет на тебя ордер какой-нибудь выбить, кто-то что-то хочет тебе продать. В этом весь дарк РП, пацаны, я считаю. Иди отсюда, я тебе говорю. Я в дверь выстрелю, если ты не отойдешь. Да у меня теперь лицензия есть, так что я тебе вообще харю снесу сейчас. Короче, минут 5 от силы я занимался вот этим производством травы, продавал ее там, фармил бабки потихоньку и просто проводил время без всяких проблем. Но потом я заметил, что на соседней крыше человек, который ко мне ломился в квартиру ранее, начинает подавать, видимо, на меня жалобу. В общем, смотрите дальше, что за, блять, клоунада просто началась у меня вот в апартаментах. Кажется, я могу ее носить, если не ошибаюсь. О, меня, кажется, сейчас на разборке заберут, ребят. Скажи что-то, скажу. А, он говорит на меня жалоба, пацаны. Не в чат пиши, микрофон. Voice chat. Не скажу я ничего в микрофон. Не скажу. Я, если честно, немножко не понимаю, как факт того, что на меня какой-то школьник обиженный пожаловался, обязует меня использовать voice chat по команде модератора, администратора, да любого вообще представителя, не знаю, привилегированных там игроков. Не скажу я ничего, voice chat, отъебись от меня. Тебе не стрёмно с голосом ребенка доебываться до меня? Че он до меня доебался? Четырица менюшка. Все, еще 3 горшочка. И нормально, я себе спокойно. Небольшое введение, которое никак не относится к сути самого ролика, закончено. Просто надо было занять хронометраж где-то чем-то на 5, может быть, 6 минут. Вот так вот я его занял модератором, который просит меня поговорить в voice-чате. Теперь переходим к основной части.
уходите отсюда, вы нам мешаете. Не нахер. Я на улице. Пошел нахер. Стою. Выйди из нашей хаты. А да не ваша. Вот только что ваша стала. А, тем более. А, так ты ж не можешь иметь дом. Ребят, понижайте его, понижайте. Он не может дом иметь. На заметку всем тем, кто говорит, что в видосиках про админ какие-то там ситуации, я допускаю ошибок сам и их не признаю. Хер вам в рот. Здесь я не по правильной причине челика понизил. Это признаю. Но по сути понижение было вполне оправдано двумя текстами ранее, которые вы видели в левом углу. Все, испарился, пацан. Я вот там в подвале видел одного вооруженного взрывовиком человека. Я не видел. Я пойду посмотрю. Молодец, можете мне помочь? Нет, молодец. Мне кажется, это опасно сейчас будет сюда выходить, поэтому я достану МП-7. А что, я стреляю, что ли, по полицейским? Ты сказал то, что тут вооруженный человек. Почему не должен доставать оружие? Я вам говорю, уберите оружие, вам сказал. Причина? Причина, я спустился в опасный участок, где люди вооруженные. Я не должен вам говорить причину, уберите оружие. Нет, должен. Ты полицейский, ты должен объяснить причину, почему я должен его убирать. Объяснить причину, а причину я вам объясню, если я буду вас арестовывать только. Какая причина сегодня? Причина ареста сначала. У меня есть лицей, ты не должен. Причину объясни, чтобы я убрал оружие. Оно на предохранителе, это первое. Второе, в тебя не целюсь нихера. Ты должен объяснить, ты за полицейского играешь. Ты должен объяснить причину. Полицейский. Убрал оружие. Полицейский. Слышишь? Ты меня слышишь? Два. Нет? Ты меня слышишь? Убрал нет? Оружие. Ты чё, дурак, что ли? Ты конченый, что ли? Ты отсталый? Окей. Долбоёб, из-за того, что его Freedom Mode, но он теперь мне типа мстит. Окей, хорошо. Здорово. У меня там ЖБ была. У меня ЖБ, короче, была. Замолчи, у меня ЖБ была на него. Зафрикил. Сейчас моя жалоба, заткнись, животное. Оскорбление, видишь, оскорбление. Оскорбление в нон-РП. Какое оскорбление? Животное, заткнись. Смотри, стой, Мику. Идет моя жалоба. Тихо. Он при тебе меня оскорбил, ты с этим ничего делать не будешь? Он при тебе меня оскорбил, ты... Ты слышишь меня? Он при тебе оскорбляет игроков. Сейчас моя жалоба, заткнись. Моя второе жалоба. Оскорбление. Я продолжал бы сейчас мою приведу. Не заткнись, помолчи, пожалуйста. Вот смотри, он да, уже при тебе второй раз неадекватно себя ведет, Мику, оскорбляет смотри. Игроков. Ты что-нибудь с этим делать будешь? Я сначала раздал жалобу, потом буду выдавать наказание. Не спеши. Ну смотри, чтоб ты запомнил. Два оскорбления его и уже в какой-то степени неадекватное нарушение. Поведение. А дальше слушай этого накидка. Да я расскажу. Смотри, получается, первое его нарушение. Он меня фридемоут, ну ты сам можешь по логам посмотреть, он меня уволил за то, что болит. Не может иметь дом. Я за спецстряду дом купил вон ту хату. Он меня за это уволил, хотя в правилах не написано, что полиции нельзя иметь дом. Второе, это ФРП. Я им говорил, убери оружие, 10 раз говорил. Он всю причину спрашивал, потом я начал отчет, отчитал 3 секунды, его убил. Теперь он жалуется, то, что я его прикинул, хотя у правки есть доказательства на то, что я ему приказывал брать оружие в подъект. Так, он не послушался, мне пришлось его грохнуть, этого боевика. Ага, смотри, вот насчет того, что не может иметь дом. А третье оскорбление, нарп. Да ты бись нахуй от меня, какое оскорбление, нытик что ли? Что ты такой обидчивый у нас? Я на тебя животное, Мику, сказал, ты уже говоришь, что это оскорбление. Еще ну, животное это оскорбление. Животное это ты, которое правил не знает, а не я. Я правила отлично знаю, в отличие от вас двоих. О, пошло, поехало. Ну да, так же твое развитие пошло-поехало, в принципе. Какой адекватный челик за госпрофессию будет, во-первых, так себя вести, во-вторых, приобретать за пушинку себе дом, когда у него приказ без комчаса не выходить из мэрии. Да, не твои проблемы, то, что ты правил не знаешь, когда берешь профессию. Если ты не знаешь, как играть за нее, то не бери профессию, либо вообще не покупай привилегию, которая дает тебе доступ к этой профе. Уж будь добр, пожалуйста. Теперь чекай правила, пожалуйста. Пушинка Джобс. Решено выходить из мэрии весомой причины. За профессию VIP, специально Пушинка.
весомыми причинами являются вызов, рейд и приказ мэра. С чего ты взял-то, что ему мэра ничего не сказал? Твою мать, потому что это делается в бродкаст, либо в адверт, это во-первых. Во-вторых, нету никакой причин, он просто ходил по городу. Понимаешь, он просто ходит по городу. Он просто идет и раз видит квартиру, заходит туда. Это что, приказ мэра, что ли, зайти в квартиру какую-то там и купить ее или что? Тем более, мэра нету. Мэра нету. Потом админу покажешь демку и докажешь его виновности. А сейчас, типа, давайте разберемся с жалобой на него. У него уже 4 нарушения, можно считать. Да, 4 нарушения. Нику, мы с тобой в дискорде сидим, размуть. Freedom Out, короче, откатывается сразу, потому что какая... Вот какой нормальный игрок будет за Пушинку ходить покупать себе дом? Это разве какая-то весомая причина, чтобы выходить за пределы мэрии? Подумай сам, если ты... Ну, смотри, насчет весомой причины я не знаю, но вполне мент может иметь дом, как по мне. То есть, окей, но объясни мне такую вещь. Какая-то весомая причина. Он может пойти купить дом за профессию мента. Окей, раз сервер позволяет это делать. Но за профессию Пушинки? Да это твои проблемы. Ты в город без приказа пошел и без чрезвычайного положения. Так с чего ты взял? Может быть, перед тем, как мэр ушел с сервера, он ему сказал, типа, иди патрулируй город, пока меня не будет. Mm-hmm. С чего ты взял? Да, и он пошел патрулировать город и пошел купил себе вон там дом. Очень умно, кстати говоря. Ты вот в суфлеры очень так херово получается у тебя набивать. Насчет фрикела. Он меня бахнул в канализации без какой-либо причины. То есть я не угрожал никому ничем. Ты виновен, вот поэтому тебя взяли на разбор. Ну, пока это не признано еще, так что рано утверждать. Ну ладно. Убери оружие, ты отказывался, я сделал отчет. Ну, причина убрать оружие была озвучена. И грохнул тебя. Причина убрать оружие была озвучена или не была? Обязан говорить тебе причину, обязан, я не обязан, обязан говорить тебе причину. Вдруг ты неадекватный не какой-то, вдруг не ты неадекватный, обязан, блять, пиздец. Не обязаны говорить причину для того, чтобы... Как не обязаны, если обязан? Я приказал, приказ должен быть выполнен. Я вижу здесь Пушинка Джоб, так как мэра не было, ты... Всё, вот, хуёвый стесофлёр. А у тебя, как мне кажется, есть Freedom Out. Потому что... Меня? Смотри. Ну почему? Слушай, основная цель демоута какая? Ограничить доступ игрока к профессии, правил игры, за которую он не знает. Я что сделал? Я это и сделал. Использовал демоут по назначению. Он в любом случае что-то да нарушил. Ты можешь сказать... Почему он каждый раз что-то там... Нигде. Да заткнись уже. В смысле? Я-то дожду от тебя, доки. Ты сейчас утверждаешь что-то без доказательств. Тебе, типа, мэр сказал, ты собой предоставь доки, что он тебе это сказал. Он пытается обмануть администратора. Он убивает челика просто так. Он не отыгрывает РП за профессию, он нарушает правила профессии, которые он берет. Почему он должен еще как-то пытаться сейчас на меня там наклеветать? Ты сейчас будешь ждать окончания разборок. Ты же пожаловался. Ну вот теперь сиди и жди. Смотри. Ему пожаловались на человека с оружием, который ходит в подземке. Он пошел туда в подземку с каким-то гражданским. Ну и я типа вызвался добровольцем. У меня есть лицензия на оружие, если ты видишь над головой. Показывается, есть лицензия, надпись. И у меня есть оружие, на которое эта лицензия распространяется. У меня нет никаких запретов на ношение оружия, на его использование. Ну только там в качестве самообороны и прочего. Я пошел туда, спустился вместе с ними. Снял оружие на предохранитель, точнее, ну, поставил его на предохранитель. Он увидел у меня оружие, отбежал быстренько, поставил его вот так, вот на меня наставил дробовик и говорит, типа, уберите оружие, это приказ. Я у него вполне так нормально спрашиваю об основах. Есть какая-то причина, по которой я должен его убрать? Ну, то, что ты сказал, уберите оружие, ты должен подкреплять каким-то, там, не знаю, с какой-то причиной, по которой я именно должен его убрать. Я спрашиваю у него несколько раз подряд, он меня вообще не слушал, понимаешь? Я говорю, причина, чтобы я убрал оружие. Все это время я держал его на предохранителе и вот так вот от него отвернул, чтобы не выстрелить. То есть ПРП никакой угрозы ему не наносится. Вот. Да мне класть, ты причину должен, как полицейский, сказать. Он мне объяснял это тем, то, что он может не объяснять причину и просто приказывать. То есть, окей, по твоим словам, ты можешь подойти к человеку вон тому на крыше и сказать,
Спрыгните с крыши, это приказ. Почему вы должны это сделать, я объяснять не буду. Ну да, не обязан, конечно. Ты полицейский, ты не обязан говорить причину, по которой ты человека хочешь расстрелять. Он мне объяснял это тем, то, что он, ну, может не говорить причину, а просто когда захочет и все такое. Но когда он начал уже стрелять по мне, я просто бегаю со стороны в сторону, чтобы по мне хоть как-то не попали. Он продолжает просто стрелять, он видит то, что я ему угрозы никакой не представляю, и продолжает просто стрелять по челику. Да причину назови. Причину назови, по которой я должен убирать. Тогда я закрою ту жалобу. Причину, говорю, назови. И когда он говорит то, что он не должен называть причину, значит, он ее не придумал еще. Вот это можно только так объяснить. Ты причину еще не придумал, ты просто захотел в челиков пострелять. Ты знал то, что я не буду его убирать. Короче, в чем суть? Он так и не назвал свою причину, потому что он не знает объективной причины, по которой, ну, можно было бы меня заставить убрать оружие в опасном районе, о котором я заведомо знал, идя на помощь полиции, а также этому игроку. Он также отчетливо понимал то, что я не буду доставать оружие в ответ на полицейского, который направил на меня дробовик, потому что это будет фир-РП, и это будет очень сильно не по правилам. Вместо этого он решил заняться очень полезным для себя делом, а именно отомстить челику, который его понизил, убив его, обосновав это тем, то, что он сделал, ну, дал приказ, который я якобы должен выполнить по РП, и эти приказы он может не объяснять, почему, допустим, я должен убрать оружие. Довольно тупой игрок получается, потому что подставить меня, если он так и хотел сделать, можно было куда более простым способом. Просто-напросто не пускать меня на территорию подземки под угрозой ареста. То есть непослушание — опасная территория, и вы здесь не должны находиться как гражданин. Ну а если бы я все-таки решился туда пойти, то он бы имел полное право меня арестовать. И это было бы все по правилам. И он бы отомстил мне, и я бы отсидел за свое нарушение. Как итог, сейчас очередной дурачок будет у вас попущен прямо на экранах. Смотрите внимательно. Во-первых, у вас обоих оскорблений, хоть ты и в ответку это сказал, это оскорбление. А что я сказал? А что я сказал? Стой, что я сказал? На животном ты его назвал. Ты его назвал животным. Почему я должен молчать, если меня тут какое-то существо сидит и обзывает просто так? Ты давай созови весь состав администрации, еще у каждого у них персонально узнай, может ли он без мэра ходить по городу. Клоун, блять. Только что правка, что этот придурок Галмаков, идиот. Блять, ты, конечно, что? Что я? Что я делаю такого? А что мне еще делать, пока я жду? А то ты охереть, каким важным делом и полезным занимаешься, я смотрю. Да, учитывая то, как вы нам тут все рассказали про ситуацию с подземкой, у тебя имеется массовое за оскорбление Пушинка Джоб и Фрикил или же номер П. Тут одно из двух, потому что перед тем, как расстрелять человека, делают предупредительный выстрел в воздух. Это у ментов. А у этого молодого человека предмолд и оскорбление на разбор. Вот ты в интернете узнал новое слово «зашквар», а теперь пихаешь его везде, где только можно, не зная его код лексического значения. О чем с тобой можно вообще говорить? Причем тут зашквар? Это неправильно, это нелепо как-то, когда человек, который закован в броню с пулеметом на спине, идет просто при людях спокойно покупает себе квартиру. РП. Так он за Пушинку лей. Дом купил? Он за Пушинку себе дом купил, да. Ты представляешь это или нет? Я вам это минут 20 пытаюсь вталдычить, а вы этого не понимаете. Не, я не знал про демод, мне Харука сказал, он за полицейского имеет дом, я посмотрел. Ну а что, он не за полицейского дом имеет? Имеет право иметь дом. Нет, я не в том смысле. Я понимаю, то, что я ж не знаю его точную прошу. Не, Лео, смотри, я указал причину правильно, он за полицейского имеет дом. А что, Пушинка не полицейский, что ли, или это бандит какой-то? Ну, полицейский, наверное. Суть демоута правильная, он за эту профессию купил себе, пошел спокойно дом при людях. Вот он забежал просто, говорит, это мой теперь дом. Получается, ну все, неделя. Он ну, Харука, сам смотри, Пушинка, огромная такая броня, такой силач, который охраняет мэра, идет дом покупает. Ну, не, а я, ну, вам типа, о чем говорю? Не полицейский. А я вам о чем говорил все это время? У него же должен быть дом, он же не в мэрии ночует. Ну, судя по правилам, он ночует нигде, кроме мэрии. Вот он только правилам в мэрии. Он живет в мэрии, Харука. Он на посту в мэрии.
А где ему еще? Нет, если он хочет, чтобы это нормально с точки зрения РП было, пусть он берет профессию мента и идет покупать себе дом без проблем. Но не в броне закованном идти покупать себе дом. Ты вот к риэлтору идешь, когда что-то там покупаешь себе из недвижимости. Ты тоже в броню заковываешь или что? Ну, как бы, вот итог нашей разборки. Плюс еще меня заджалили, но не забанили, прошу заметить. Меня заджалили за оскорбление игроков. Я уже смирился с этим, потому что спорить это никак нельзя. Меня спровоцировали животные, я поддался на эту провокацию, начав их оскорблять в ответ. Не знаю, что еще говорить, администрация хорошо поработала. От дебилов отфильтровала сервер, хотя бы даже один человек отлетел, но зато какая разборка была. Он пытался обманывать администрацию, он пытался как-то выкрутиться вместе со своим суфлером, которого в конечном итоге убрали с разборок чертовой матери. Он пытался наплести еще какую-то херню и расспрашивал почти весь состав администраторов насчет того, что прав он или нет, и в итоге он улетел на одну неделю бана. А все из-за чего? А из-за странного правила, которое он нарушил. Если бы он не нарушил пушин Джоб, тогда не побежав покупать себе квартиру за пушинку, то вряд ли бы он сейчас стоял тут на разборках, вряд ли бы он пытался обмануть администратора, вряд ли бы он там расспрашивал половину администраторского состава насчет того, что он прав или нет, и вряд ли бы он получил бы бан на неделю. Друзья, на этом у меня все, юзер арбуз заканчивается, думаю собрать на какой-нибудь ролик поскорее материал, смонтировать его и опять вас порадовать новым видосиком. Пока что на этот соберите как можно больше лайков, комментариев, а также подписок на канал. Скоро уже 100 тысяч, может быть я сделаю какое-нибудь видео в честь этого события, а может быть просто открою Балтику 9. Играл на сервере Classic Live, заходите на мой сервер, вместе со мной поиграйте, присоединяйтесь по айпишнику в описании, а также по ссылки ВКонтакте. Там в группе все новости, обновления, а также просто раздача промокодов на донат.